На площади Сахара. Убрать надо ее ближе к нам, к затону. Вот, на речном вокзале. Самый оптимальный вариант. Где в этом году была? На площади Сахарова? Да. Там пусть стоит. Ну, как автомобилист, я скажу, что стоит, а как житель, возможно, тут можно и поспорить. Потому что место, ну, в центре города вроде как подходящее. Ну, перекрывает, ну, не, только на праздники же, праздничные дни, почему нет, там дети гуляют, и все красиво наряжено возле администрации, центр города наш. Я на нее давно уже не хожу, поэтому мне без разницы, где она будет. Площадь Свободы. Самое реальное место здесь, и движение не такое затрудненное. Хотя и был же опыт, убирали елку. Что-то не понравилось, что пропускная способность площади маленькая. Ну, не знаю, пусть администрация решает. Ну, я думаю, что не стоит, наверное, все-таки это привычнее, что она там всегда. На Сахарова. На Сахарова, да.